Объект SCP-1106-RU, класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Ввиду невозможности перемещения объекта или его частей, все входы в пещерную систему горы, в которой на данный момент находится SCP-1106, должны постоянно охраняться минимум двумя сотрудниками службы безопасности фонда. Все найденные тоннели должны быть перегорожены бетонными стенами с металлической обшивкой размерами немного больше, чем соответствующие входы. Возле основного входа в систему пещер должны находиться две постоянно работающие камеры видеонаблюдения. Среди местных жителей пущен слух, что гора находится на месте с высокой сейсмической активностью. Местность вокруг горы обозначена как зона 1106 и должна скрытно патрулироваться специальным отрядом службы безопасности. Доступ к объекту может быть получен только с разрешения минимум трех сотрудников четвертого уровня допуска. В случае незаконного проникновения следует привести в действие протокол 116 Пангалин, согласно которому нарушителя необходимо нейтрализовать, ввести амнезиак класса Б и оставить в больнице ближайшего населенного пункта. Описание. SCP-1106 представляет собой некую драгоценность, наделенную особыми аномальными свойствами, из-за результатов которых источник явления не удается найти. Кроме того, было выяснено, что все собранные украшения получают идентичные свойства. Главным свойством объекта является его возможность трансформировать тело человека, который получил драгоценность во владение. Далее, SCP-1106-1. Во время инцидентов 1106C и 1106J было выяснено, что, попадая под воздействие объекта, SCP-1106-1 начинает активно искать небольшие предметы, которые он считает ценными. Это могут быть ювелирные украшения, редкие природные образования, вроде ракушек или обкатанных камней, пачки денег и прочее. При этом субъект может прибегать к незаконным способам получения этих ценных предметов. Все собранные драгоценности SCP-1106-1 складывает в изолированном месте. Это может быть его квартира, отдаленная пещера или другие помещения, так или иначе недоступные для широкого круга людей. Сначала субъект складывает драгоценности в шкатулки, сундуки, ящики шкафов или подобные хранилища. Однако после того, как ценных предметов становится очень много, он сваливает их в одну большую кучу посреди выбранного им места. Спустя некоторое время после попадания под воздействие объекта, SCP-1106-1 начинает медленную трансформацию. Прирост мышечной массы, укрепление костей и увеличение роста, что используется субъектом для более эффективной добычи драгоценностей. Через некоторое время метаморфоза приобретает более радикальный характер. К примеру, увеличиваются кисти рук, что позволяет уносить больше награбленного. В некоторых случаях замечено появление хвоста, который используется субъектом в качестве дополнительной конечности. В одном случае наблюдалось появление небольших крыльев. Однако субъект не получил возможность летать. Он использовал эти крылья для устрашения того, кого собирался ограбить. Затем SCP-1106-1 устраивается на этих предметах, стараясь по возможности закрыть их своим телом таким образом, чтобы из кучи ничего нельзя было извлечь, не потревожив его самого, и начинает новую трансформацию. Субъект прекращает какую бы то ни было активность и каменеет. Сначала у него значительно укрепляются покровы тела. Затем они начинают превращаться в субстанцию, похожую на мрамор, а многие драгоценности из кучи врастают в его кожу. Любой, кто пытается забрать из места хранения какую бы то ни было драгоценность или повредить SCP-1106-1, оказывается подвержен воздействию объекта и в скором времени занимает место прежнего субъекта, несмотря на все попытки воспрепятствовать ему. Количество собранных драгоценностей на данный момент не поддается измерению, потому как положение SCP-1106-1 и его значительный вес не позволяют подобраться к украшениям без риска уничтожить субъект. Однако можно предположить, что объект находится в этой пещере с 1900-х годов. За время его воздействия подверглись более 200 человек.
Приложение первое. История объекта. Проявления, напоминающие действия объекта, были впервые замечены в городе, находящемся у подножья горы. Благодаря оперативным действиям, находящихся в городе под прикрытием сотрудников фонда, объект был быстро обнаружен. Однако первичные попытки постановки на содержание потерпели неудачу. После выяснения обстоятельств нескольких инцидентов, сопряженных с вышеуказанными попытками, было решено запечатать нынешнее местоположение SCP-1106 и провести операцию по дезинформации местного населения. Всем свидетелям был введен амнезиак класса А. Был распущен слух о высокой сейсмической активности горы, а некоторая часть города перенесена в соседние населенные пункты. Первым владельцем SCP-1106, о котором узнали сотрудники фонда, был некий Д. Иванов. Согласно словам очевидцев и его дневнику, нашедший объект в подвале своего дома среди прочих драгоценностей и статуэткой неизвестной рептилии, которая впоследствии была определена как прежний хозяин SCP-1106. Гражданин Иванов показал некую устойчивость к воздействию объекта, хотя в итоге все равно оказался полностью трансформирован в SCP-1106-1. Местонахождением объекта в этом случае являлась квартира гражданина Иванова, которую он снабдил несколькими охранными приспособлениями, вероятно, созданными владельцем квартиры. Следующим владельцем SCP-1106 оказался племянник гражданина Иванова, Петр Иванов. Процесс от момента попадания под воздействие украшения и итоговой трансформации прошел гораздо быстрее, чем у предыдущего владельца. Новой дислокацией объекта стал подвал в заброшенном здании больницы номер 3. Спустя некоторое время SCP-1106 обнаружили сотрудники фонда. Агенты, нашедшие объект, оказались подвержены его воздействию. Окончательным местоположением SCP-1106 стала пещера в горе, после чего были установлены актуальные условия содержания. Приложение номер 2. Инцидент 1106F. 12 мая 2005 года один из охранников основного входа проник в пещеру с находящимся там SCP-1106 и попытался отколоть от SCP-1106-1 несколько бриллиантов общим размером в 6 карат. Это спровоцировало нарушение условий содержания, однако они протекли нетипично. Вместо того, чтобы согласно полученным наблюдениям начать собирать ценные предметы в личном безопасном месте, охранник начал уничтожать SCP-1106-1, глотать или иным способом присоединять к себе драгоценности, интегрированные в шкуру субъекта, после чего, не имея возможности собрать оставшиеся драгоценности из кучи, занял его место и перестал реагировать на какие бы то ни было методы воздействия. Попытки устранения не проводились по понятным причинам. В течение 2 недель он трансформировался в нового SCP-1106-1 и в итоге стал почти точной копией предыдущего субъекта, однако с некоторыми явно выраженными травмами, как то следы от глубоких ран, судя по всему нанесенных холодным оружием, несколько шрамов на лицевой части головы, 2 отколотых пальца на левой ноге. Примечание. Теперь любой, кто захочет стащить пару побрякушек, пусть сначала посмотрит на то, что стало с предыдущим криптоманом. Надеюсь, вам такого счастья не надо. Доктор? Спасибо всем тем, кто поддерживает нас рублем, кто спонсирует нас через Patreon или кто становится спонсором нашего канала на YouTube. Это невероятно помогает нам в нашем творчестве.